Лучшие люди предприятия. В преддверии Дня железнодорожника на Муромском стрелочном заводе открыта доска почета. По дорожке общего признания прошли работники, рейтинг которых максимально оценен трудовыми коллективами. Подробности в сюжете. У всех трудовых успехов есть человеческое лицо. Именами людей, фотографии которых в этом году украсят доску почета, завод гордится по праву. Это одна из его лучших традиций – чествовать своих передовиков. Я очень горд, что сегодня, в этот праздник, в этом году, три грамоты Министерства транспорта были вручены нашим работникам. Вручены будут сегодня грамоты областного исполкома, городского исполкома. Наши грамоты заводские лучшим людям, те, которые создают традиции на заводе. Каждый год доска почета Муромского стрелочного завода обновляется в канун большого профессионального праздника – Дня железнодорожника. Железнодорожник – это железные дороги. И вы эти дороги переводите с одной на другую. Не было бы стрелочных переводов, не свернули бы никуда. И все это благодаря вам. Дорогие, с профессиональным праздником вас! Удачи, крепкого здоровья! Ну и, конечно, успехов в вашем нелегком труде. А что у завода будущее есть и будет, это 100%. Поэтому удачи вам и здоровья. На фотографиях лица тех, кто зарекомендовал себя отличным организатором и высокопрофессиональным специалистом, кто передает молодым сотрудникам свой опыт и знания. Это одна из высших, можно сказать, наград завода, потому что доверяют коллективы. И нам нужно на это равняться. Пока есть такие люди, у нашего коллектива есть будущее, потому что именно наши традиции, чувство коллективизма, ответственности за свое дело, за профессионализм позволяют вот работать так, чтобы действительно говорили, что завод стрелочный – это надежность, четкость и качество. У многих людей, заслуживших уважение коллектива, судьба завода стала неразрывной с их собственной. Предприятию отдали по четверть века и больше. На завод пришел в 1989 году. Главная задача все эти годы – это обеспечение подразделений завода качественным инструментом и оснасткой с наименьшими затратами. Эту задачу выполняем. Выпечку у нас берут хорошо, выпечка очень вкусная, ей всем нравится. Много благодарностей говорят. Новаторы, передовики, заслуженные ветераны труда, фотографии 20 работников предприятия, признанные лучшими в 2017 году в своих подразделениях, теперь каждое утро будут встречать у проходной муромлян, выбравших для себя трудовой путь на стрелочном заводе. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.